Здравствуйте, меня зовут Илона Титова. Я Владислава знаю уже около 7 лет, за что отдельное спасибо моей подруге, которая в свое время порекомендовала его мне. Владислава могу охарактеризовать как очень целеустремленного, ответственного, позитивного, добросовестно выполняющего свою работу с обалденным чувством юмора преподавателя. Благодаря этому уроки проходят в очень непринужденной, приятной атмосфере, которая нравится и взрослым, и детям. Мой ребенок уже около 5 лет занимается английским, и с первого класса он пошел к преподавателю. И первые 2 года я все ждала результата. Вот, в школе, когда появился английский, естественно, у него были 9-10. Но прошло еще какое-то время, я прихожу к преподавателю и говорю: «Владислав, когда же мы красиво заговорим на английском?» Потому что в поездках я слышала, как он пытался, и что-то получалось, но за это время хотела, чтобы там английский прям бился из ребенка рекой. Но, наверное, не надо забывать, что ему к тому времени было всего 7-8 лет. И вот совсем недавно мы поехали в Англию, в Кембридж, к моей подружке. У нее муж настоящий англичанин. Я была в восторге после того, как через 3-4 часа общения с моим сыном выходит абсолютно счастливый ребенок и заявляет: «Мамочка, вашего сына красивый, правильный, хорошо поставленный, без акцента английский язык». Это был бальзам на мою душу, потому что результат достигнут, и он превзошел все ожидания. Но все это я привела примерно к тому, что знания языка не придут так просто. Это действительно очень долгий, тяжелый путь. И, поверьте, под руководством Владислава, при его поддержке, это будет очень интересное путешествие. Я искренне вам желаю, чтобы и вам, настоящий англичанин, сказал, что у вас прекрасный английский. Удачи!